Здравствуйте, друзья! Хотел вам показать, вот как кору дробленую насыпают, с тем, чтобы ветром не несло землю, соответственно, автомобили, и чтобы вот было чисто на улицах. Это вот такой очень обычный, очень типичный прием. Вот вы видите, как это выглядит. Ну-ка, заскочит кто-нибудь на волну. Есть, друзья, есть некоторые. Раз так вот и заскочит. Но, оп, ненадолго. А вот еще волна. Тут уж прям. Ага. Обещали сегодня какие-то сильные волны, знаете. И просто как назло. Ничего такого нету. Да и народа особо нет, видите. То ли они испугались сильной волны, то ли не поверили. Энтузиастов было мало на эту волну. Хотя вот один человек польстился. А это зрители, несмотря на отсутствие большой волны, смотрят за тем, что происходит на маленькой. Ждут ребята волну. Я поменял немножко дислокацию. Новая волна так тихонечко накатывает. Смотрим. Окей. Давай еще одну посмотрим. Вот здесь она правее немножко, брызги выскакивают. Бабах! Да, энтузиасты через забор поближе норовят к водичке. А бывает, кто-нибудь упадет тоже, сколько хочешь такого. Ну, кто там считать будет? Вдруг пошли волны побольше. Ну-ка, давайте понаблюдаем вот с самого начала. Вот там идет. Давай. Раз. Вот там кто-то вскочил.